Добрый день, друзья! Сегодня пришли погулять в парк Берлина. Это вот, ну, буквально граница Берлина. Справа поле, за полем Шенефельд. Это парк. Вчера у нас шел снег, сегодня просто мороз. Утром было минус 4. Минус 5. Сейчас где-то минус 2. Снега почти не осталось. И вот мы пришли погулять по этому парку. Парк граница Берлина. Мы видим школу спортивную. Прямо на въезде со стороны Шенефельда. Улица, которая так и называется Шенефельд, стоит вот эта школа спортивная. Огромная школа, огромное поле, польная детская площадка. Висят вороны или грачи, какие-то птицы. И здесь вот такой красивый парк. Березовая роща, аллейка усыпанная листьями. Здесь не торопятся листья убирать. Они лежат под ногами, их не убирают ни в городе, ни вот здесь в парке. Справа поле, на котором обычно пасутся лошадки. Сегодня их не видно. Вот такой парк. Пройдемся немножко по этому парку и посмотрим. Все парки, в которых мы уже были, удивляют тем, что в принципе в понимании Киева это обыкновенная аллея. Очень узкие полоски. Здесь пока нет ни скамеек, ни других удобств для отдыхающих. Единственное, что мы видим, украшение на газоне в виде огромных каменных глыб. Ну, роща, конечно, очень красивая. Там в глубине рощи детская площадка с избушкой Бабы-Яги. Вот все, что мы видим, это детская спортивная школа. Огромное здание, длинное. Ну, и в этом году здесь очень красивый шиповник. Не знаю, как в другие годы, а в этом году мы ходим, любуемся. Очень красиво. Здесь его очень много. Никто его не обрывает. И он смотрится красочно. И на фоне зеленых листьев, и сейчас, когда листьев уже почти нет. Вот здесь поле, а вот домики Шенефельда. И на горизонте Шенефельд. Совсем рядом. Но это вот уже Берлин. Поле, на котором обычно пасутся лошади, пока пустое. Дубы здесь очень красивые. Вот такой огромный дуб. Ну, урны есть. Лавок нет. Камни есть. Березы очень красивые. И вот там детская площадка. Такой домик среди берез.
Так, ну, мы продолжаем свою прогулку, а с вами прощаемся. Пока-пока.